Президент Беларуси посещает частное предприятие «Адани». Оно занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности. Александр Лукашенко ознакомится с организацией работы производства, лабораторий и центра исследований. Поинтересовался глава государства динамикой финансовых показателей. По словам руководителя «Адани», цифры неизменно растут. Белорусский лидер предложил верхушке предприятия взять на контроль вопрос обеспечения медицинских учреждений нашим оборудованием. Оно не уступает немецкому, да и спрос на отечественную технику есть. 85% выпускаемой продукции – это экспорт. Кстати, вот уже 10 лет предприятие «Резидент свободной экономической зоны Минск». Здесь создано 545 рабочих мест. Сумма инвестиций – 38,5 миллионов долларов. Рынок для продукции компании – 86 стран. Это научные аналитические приборы, медицинские рентгеноборудования, сканеры человека, багажа, транспорта. За прошлый год экспортировали товаров почти на 40 миллионов долларов. Также глава государства отметил, что готов отдать производство территории, если предприятие задействует и другие белорусские заводы. Отмечу, что средняя зарплата персонала «Адани» более 2000 рублей.